Почет и уважение от президента Украины. В честь Международного дня волонтера Владимир Зеленский вручил орден княгине Ольге III степени, основательнице благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерине Нажевниковой. Известный волонтер занимается помощью больным детям, пенсионерам и другим категориям граждан. Благотворительный фонд оказывает поддержку людям, которые заразились COVID-19. Волонтеры выдают медикаменты и кислородные концентраторы. Отмечу, что этим орденом награждают женщин за выдающиеся заслуги перед страной. Кроме Екатерины, получили свои отличительные знаки еще 35 волонтеров по всей стране.